Так, слушай меня внимательно. Слушаю тебя внимательно. Я в пятницу, следующее, поеду на выставку. Что за выставка? Ну, мне нужны там медикаменты, витамины, ну, в общем. Ну, езжай, я тут при Подскажи, чем? как мне туда добраться? Я думаю, на такси или метро. Что за адрес какой? Адрес за Зачатьевский переулок. Зачатьевский. Какой? Я первый раз слышу Зач... за Зачать... Зачатьевский Зачатьевский... Зачатьевский... переулок. Дочь! Иди сюда. А чего ты что? Ты не знаешь, где это или что? А? Дочь, Да. смотри, в пятницу с мамой едешь. Там хороший адрес, я уже давно внуков хочу. Чего? Поэтому с мамой на Зачатьевский переулок поедешь. Там выставка, они не зря ее там собирают. Можно будет найти тебе нормального... Ты нормальный вообще, Мне дочь? зятя, тебе этого. Так что Что давай, я ешь, внук. давай? Я сама поеду в Зачатьевский переулок. Вообще.